Друзья, привет! Меня зовут Тимур, и я помогаю людям полюбить иврит. 2 года назад я создал уникальную систему по изучению иврита. Система, которая доступна всем. Система, которая включает в себя весь мой опыт и запросы моих многочисленных учеников. Система, в которой вы сможете ежедневно прокачивать самые необходимые навыки современного иврита. Только отфильтрованный материал и самый необходимый материал для комфортной жизни в Израиле. Представляю вам тренажер иврита, в котором мои ученики получают утром мини-видеоуроки с письменным объяснением и самостоятельной работой, а именно составить предложение с последующим на следующий день разбором и совместной работы над ошибками. Но это еще не все. Каждую неделю мы встречаемся в онлайн-режиме и закрепляем пройденный на неделе материал. А также на протяжении вашего участия в проекте вы получаете ежедневную обратную связь в чате, в которой вы выкладываете свои ответы и задаете любые вопросы. Проект задуман замечательно. Отличный способ самоорганизации. Занимаясь каждый день. Сложно добиться регулярности, если тебя кто-то не держит в рамках. Очень важно заниматься ежедневно. Много практических нюансов и особенностей. Подача любого материала легкая и понятная. Тренажер иврита – это ежедневная практика иврита. Навык строить предложения в правильном порядке слов. Корректно использовать глаголы, предлоги и другие части речи. Прокачивание правописания. Внедрение необходимого словарного запаса для жизни в Израиле. Сленг. Ежедневная обратная связь от меня. Доступ к полной базе уроков. Тренажер постоянно наполняется новыми бонусами и ништяками. Ну а теперь самое главное. Стоимость ежемесячного участия в проекте по цене половина пиццы. Или 4 капучино в месяц, или бокала вина. Кто что любит. Но это еще не все. Параллельно с тренажером иврита активно работает проект «Иврит на слух», в котором 3 раза в неделю мы разбираем короткие ролики разного жанра. Вы все уже увидели сами. Присоединяйтесь к проекту и прокачивайте иврит ежедневно вместе со мной.